Добрый вечер. Литературное. «Не убью сегодня бабку», — решил Раскольников в ночи. Но к нему подкрался ментор и как в ухо закричит: «Морган, Морган, дурник хойте!» Так лентяи говорят. Родион сказал: «Извольте», и угробил двух подряд. «Не души меня, горилла, руки прочь от знати, мавр!» Дездемона говорила, отодрав от шеи шарф. «Может, правда лучше завтра, а сегодня на кровать?» Осенило что-то мавра, стал жену он раздевать. Под окном стоявший Яга закричал, разбрызгав яд: «Морган, Морган, нурди хойте!» Так лентяи говорят. «Делать нечего, сегодня придушу и все дела». Отымел мавр Дездемону и прикончил у окна. «Не топися, бедна Лиза!» — всяк при встрече говорил. «Народить дитя живое веселей, чем мордой выл». Призадумалась девица: «Может, правда погодить и красивого бутуза в срок положенный родить?» Но примчался юный барин, кости пуговицы в ряд. «Морган, Морган, нурди хойте!» Так лентяи говорят. Тихо булькнула водица, мерно дернулась волна. Погружается девица вплоть до илистого дна.